Первая веточка гортензии распустилась, потом будет розово-малиновая такая. Не знаю, успеет ли до октября или как уж. Ну, тут вот все набрали кусочки. Наверное, зря все-таки я ее подстригала. Она пока вот ветки отрастали. Да. Тут у меня лен васильки, турецкая гвоздика. Тут вот надо пересадить мне жимолость. Тут вот гладиолусы отцвели. Что-то тут циния. Тут мои хризантемки такие вот веселые, которые трубочками. И вот такие желтые, огромные мои солнечные хризантемки. Чудесные. Обожаю их. Вот такие крупненькие, хорошие. Вот еще гортензия цвет набирает, распускается. Но это малиновая не будет. Да, малина вот желтая набрала. Не знаю, уж успеет вызреть ягодки. Но полить надо. Флоксики тут отцветают. Тут немножко покопалась. Смородинку эту траву убрала. Вот такие гладиолусы тут у меня. А это ёшта. Крыжовник со смородиной. Ну, маленько хоть отросла, а то ела тля бесщадно. Ну вот мои любимые красивенькие беленькие сиреневенькие флоксики. Флоксики. А тебя не знаю, друг, как зовут, но ты мое солнышко, тоже хорошее.